ставим коляску билета 2 в 1. Так, у этой коляски съемный блок. Переворачивается в обратную сторону. Чтобы трансформировать сидячий блок, нужно поднять вот здесь сзади рычажок. Поднимаем. Внизу мы зацепляем. Тянем ремешочек. Зацепляем. Получился у нас сидячий блок. Вот он. Ребенок будет сидеть. Так. Теперь этот блок снимается. Мы вставляем автолюльку. Автолюлька с этой коляской идет в комплекте. Также